Вас, дорогие друзья, на канале Яблочко. И сегодня я вам расскажу, как быстро и легко на айфоне дозвониться, если вас заблокировали. Вот что делать, если вас абонент, просто-напросто на которому вы раньше могли дозвониться, взял и внес в черный список в каких-то соцсетях, в обычных, в телефончике, да. Вы звоните, но дозвониться не можете, потому что у вас это все выключено. И эта ситуация очень мне напоминает, когда блокируешь, а ты звонишь, либо же специально человек не берет трубку. Так вот, я сейчас покажу настройки, которые это исправят в считанные секунды на айфоне. Но вы пока подпишитесь, поставьте лайк, расскажите своему лучшему другу. Для этого нужно зайти в настройки, и здесь у вас будет такой пункт, который называется телефон. Заходим в этот пункт телефон, и здесь спускаемся вниз, у нас будет функция показать номер. И если вас позволяет оператор, да, на вашем телефоне, так на вашем телефоне определитесь, номера не сработает на том телефоне, и вы сможете зазвониться человеку как неизвестный абонент, если вот отключите. Но это нужно, если вас поддерживает оператор. Видите, у меня, к примеру, оператор Live, он эту функцию не поддерживает. Если вас поддерживает, вы можете убрать галочку, и ваш номер не будет показываться всем абонентам, и это будет очень круто. Больше видео на моем канале Яблочко. Подписывайтесь, смотрите. Всем приятного просмотра.